Фестиваль семьи в Дубовой роще. Мероприятие открывал парад счастливых семей. Праздничное шествие от площади Свободы до центрального входа в парк. Во главе колонны байкеры, за ними военные оркестры и люди на ходулях. Запорожцев и гостей города ожидала развлекательная программа на главной сцене, а также различные локации, включая катание на байдарках, городок детства, интерактивные зоны. Завершился фестиваль традиционным розыгрышем призов. День семьи в этом году особенно запомнился работникам Дубовки количеством мусора. Сегодня и ближайшие несколько дней будут справляться с его утилизацией. Люди парка весь день собирали мусор. Огромное количество мусора. Поэтому завтра мы будем с очками работать с озером. Конечно, есть люди, которые бросают туда и бутылку, и колеса. Это мы тоже все достаем. Но это зависит от культуры, ну скажем, наверное, нации.